Всем привет, друзья! С вами Лариэль, и мы продолжаем приключения в World of Warcraft. И остановились мы на том, что прибыли в лагере верных Солнцу. Взяли здесь в прошлой серии с вами некоторые квесты и отправляемся на их выполнение. Так, что же нам нужно? Нам нужно было найти пещеру с пауками, насколько я помню. И куда-то нам сюда. Да, вот. Лежать. Сейчас вас тут всех... Можно, наверное, вот так вот включить и косить их всех. Так, ничего. А тут что? Опа. Кого-то спас я. Это хорошо. Что здесь у нас? Оу. Какой-то ястреб. Кристалл уничтожен, друзья мои. Продвигаемся дальше. Четверочка. Амбуш. Как круто. Амбуш можно, блин, давать без... наличие кинжала даже в руке. Чит за читом. Что я могу сказать? Так, опять там наших комрадов кусают. Лежать. Всех убью, один останусь. Что ты будешь делать, а? Опа, и найден кристалл. Разломать. Ух ты. Нет места для амулетика. Надо же. М. 556-я спина. Даже и не знаю. О, есть вот зелень. Можно дезенчантить ее. Игрушку можем выучить. Что там? 25 игрушек. Понятно. То же самое на дис. 660-е, это 640-е. То же самое на дис. 661. 675. Скорость и вкусность. Даже не знаю. Пускай побудет и то пока у меня. Пить хочется. Ничего ты пить тут не будешь. Успокойся. Так, тут что у нас? Темная стражница. Лежать. Хреновы стражники, а. Отсекайте. О, еще один псевдо-стражник. О! А тут уже поинтереснее. Тут уже и демоны, и прочая вся нечисть. Ну ничего. Сейчас мы им всем раздадим. Эх, а я уж рассчитывал, что это рарничек какой-то тут бродит. Но не тут-то было. Так. Да, тут где-то и кто-то очень злой и серьезный находится. А, вон, собственно, и он. Осквернитель какой-то. Свободен. Амбуш, на. Вот так вот. С
Бежать. Кто-то меня приглашает в группу, но меня тут как бы рейд, поэтому я вряд ли смогу в группу. Но я нажал, в принципе, принять в данж, да? Попугайчик какого-то там спас. Так, друзья, улетели мы с вами в... В этот. Но скажите мне, я скажу, куда? В кузницу. Стадель адского пламени, ё-моё, не в кузницу. Так. Шаогун. Кто это? Ну, сомневаюсь, что это босс, я думаю. Обычный моб. Самый что ни на есть. Просто на 14 мили... Ух, мама родная. Повелитель скверны Закун. Давайте, наверное, нам к нему непосредственно. Так, повелитель теней. Повелитель скверны Закун. С него кистевое, запястье, палец. Понятно. По мнению не... Что он скажет нам? На что ты надеешься, адский крик? Твоя рта будет служить легиону. Мы не будем рабами. Жесть, что это за пловец? Мы пожнем ваши души. Узрите силу легиона. Давай попробуем узреть силу легиона. Уже несколько раз уже видели эту силу легиона, но что-то все никак. Так, ну надо хоть прочитать, кто это. По мнению некоторых ученых Легиона, повелители Скверны произошли от обычных стражей Скверны. Однако, они значительно превосходят последних по всем параметрам и подчиняются непосредственно Архимонду. С их беспредельной жестокостью может сравниться разве что грубая сила. Так, стоять. Грубая сила, которой они обладают. Закуну было поручено задание, для выполнения которого в равной степени потребовалось и то, и другое. Сломить железную волю непокорного и упрямого вождя орочьего клана Песни Войны. Ага, даже так. А где его нечто делся? Закончился, что ли? Потерял? Ух ты, ё-моё. Зря я, наверное, сказал так. Но это мы еще посмотрим, сейчас кто кого тут сокрушит. Надо бы мне рунку заюзать. И фуфлыжническое всякое выкинуть.
660-675. А ну, давайте. Ага. Понятно, не дали дизнуть. Ой, знаем мы, как вас не остановить. Останавливали до этого. Остановим и сейчас. Остановим и в будущем, товарищи. Оскверненные души, легкие жертвы. Убейте его, герой. Я сверню этот проклятый топор ему в глотку и вырежу его сердце. Давай, цешка пошла. О да. Что там у нас ся? Наколдовал. О, скорость повышена. Да он серьезен как никогда. Оскверненные души, легкие жертвы. Свободен, дядя. Ого, ты ё-моё. Ничего себе. Громаш адский крик. Спасибо. Теперь оставьте меня. Я хочу забрать свой трофей. Ну ок. Как пожелаешь. Так, а мы тем временем отправляемся дальше. И еще я получил... Оу! Ой-ой-ой! Это танк умер. Так-так. Надеюсь, у нас еще есть там танки. Хорошо. Да. Так, есть самое время проанализировать. 143-215. Понятно, то же самое. Скорость и искусность. Критический удар и искусность. Угу. Эх, один в один, короче. Интересно, если я... Оу! Щит! Петро! Короче, мы будем так ресаться и бомбурить их. Надо только валить те, которые поменьше хп, дабы снизить напряг на танка, да и на рейд как таковой. Аппаратик, ну ё-моё, а. Ты задолбал умирать. Вот, три лямчика как раз. Блин, ну если упадет танк опять, будет вообще не камильфо. Так, минус второй койот. И сейчас будет минус третий. Жестко. Бахнем руной себя. Замечательно, мы смогли. Уж не верится. Куда там дальше?
куда погнал? Так, кто дальше? А здесь у нас Сулгорак. Сулгорак. Окей, кто это у нас? Ага, вот он. Сулгорак, призванный Гул'даном из глубин круговерти пустоты, один из самых могущественных загробников бездны, расы паразитов, способных создавать разрывы в ткани реальности и пожрать энергию иных миров вместе с их обитателями. Гул'дан усилил мощь Сулгорака своей магией скверны, чтобы с его помощью открывать порталы, через которые в другие миры хлынут полчища Пылающего Легиона. Ясно, понятно. Так, стоять. А что, кстати, с него хоть падает на нас? Пояс и ботиночки. Понятно. Ох ты, ё-моё. Нехило так мне на 100 с лишним косарей два раза пропиндулили. Интересно, Рес кто-то кинет или лучше прибежать? Наверное, лучше прибежать. Так, а я тем временем бегу. О, я даже успел. Итак. Сам босс. 165 миллионов. Только вам показать. Но это никто не сомневается, что это может. Но воздержимся. Упс, плес скверны. Разрывы реальности. Я должен расширить их. Не знаю, будем надеяться, что... Я сделал правильно. Всех на своем пути. Ой, надо же. Наверное, этого койота лучше завалить. Или у него 40 миллионов КП. Ладно, не важно, сколько у него ХП, давайте закочегарим его. Судя по тому, что там его валю не только я, видать, бить его нужно. Ож спасает от всех гадостей скверны. Давайте, там он 6 лямчиков осталось. О,
Ой-ой-ой-ой-ой. Куда отбежать? Было бы куда отбегать, отбежал бы. Все будет поглощено. Жизнь исчезнет. Слуги бездны, оглотите этот мир. Танк решил отвезти, видать, туда, где почище. О, мама родная, это что за херь? Ну, явно что-то плохое. Еще и малых надо косить. Наверное. Хоть кого-то. Но что такое? Черная дыра пошла. Может, надо поставить метку, что мы бьем череп? А может, и не надо, хрен его знает. Берегитесь. Черная дыра 3. Ох. Так, 5 лямов. Добить. Так, ну и что? Сейчас он призовет еще какую-то гадость. Давай, давай, давай. Блин, 50 миллионов ищет, ё-моё. Это ж так до хрена. Хотя, если дать БЛ... Папа, кош, затащил. Давай. Бейл просят. Так, ну понятно, настоящие герои, короче, валят без БЛа. Понятно. Хорошо, хоть у меня вместо БЛ адреналин есть. Им будем радоваться. Ох ты, блин. Портал какой-то, я его и не видел даже. Так, кош пошел. И добивной.
вижу! Я вижу! Блин, ремень выпал классный. Конец. Куда мы полетели? А тут что у нас? Наручи, крушитель, на-на-на. Сапоги кожаные. 685-й. Блин, понятно. У меня много интересных вещиц. Тебе нравится? Очень-очень нравится. Да, я только свой хлам пусть тебе продам. Под твоими ногами всегда будет ровной. А? У меня очень-очень много товаров. Ну, мне твои товары не надо, а вот твое барахлишко я б тебе распродал немного. Что нас ждет дальше? Маннарод, ничего себе! Какие люди без охраны. Сам Маннарод здесь. Кинжал на ловкость. Ох, прям на меня, а? Я не откажусь. Башка и плечо. Так, Маннарод. Кровожадный и жестокий Маннарод вселял ужас во врагов Архимонда, пока его не сразил клинок Громаша. После смерти Маннарода Гул'дан воспользовался его кровью, чтобы заключить темную сделку с Железной Ордой и ее союзниками. Теперь Гул'дан со своими прислужниками хотят воскресить Маннарода, чтобы он продолжил служить Легиону. Понятненько. Ничего нового, в общем. Да, ну. Конечно, урон тут идет. Не дай боже такой. А этих чуваков бить не надо? Походу и сами раз... А не, ни хрена, они сами не разваливаются. Воу! Так их не убить. Вот это поворот был. Нежданно, негаданно, конечно. По всей видимости, это типа первая фаза босса. Так, вот это вот, что они прикатились, они сюда, это вообще хреново. Отсюда надо отойти или быстро слить. Отлично, сваливаем. Да не надо их трогать. Они ж бессмертные, как оказалось. Давай, 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 запуск, Тэшечка. Удар, есть, баф положили и снимаем. Или все-таки смертные эти големы, что-то я не понял. Мне что-то показалось, что я их бил-бил-бил, а они потом оп, воскресли. Так, ну сейчас минус варлок какой-то будет, которого ни хрена не полечили. Фаза 2. Воля легиона будет исполнена. Восстань, Маннарод. Ох ты, ё-моё. Да. Твои повелители вновь призывают тебя. Ну что он какой-то...
Ну да, учитывая, что на те только тупо одни кости, да. Оу. Ё-моё. Берегитесь. Умрите, шавки! Я даже и не знаю, но... Ой-ой-ой. Надо ли переключаться? Наверное, все-таки надо. Потому что если не переключаться, то вообще печаль, тоска будет. Кричите, корчитесь в муках. Да, все-таки эти големы можно их снимать. И нужно даже. Так, ну, наверное, этим лучше пускай занимаются ДД. РДД, в смысле. Потому что мне к ним подбегать вообще не вариант. Бойся силы легиона, берегитесь. Да сдохни ты нахрена. Так, пошли еще одни големы. Берегитесь. Ваш конец настал. Умрите, шапки! Ой-ой-ой, что может не выдержать так танк? Там несколько големов плюс... Плюс сам босс. Кричите, корчитесь в муках. Так, ладно, короче. Умрите, шапки! Адское пламя скверное, ага, отбежать. Жесть, у нас уже нет. Ой-ой-ой. Мои силы вернулись. Я неудержим. Five, four, three, two, one. Разрушение. Так, ну и что ж. Блин, у нас уже минус 5 ДД, минус хил. Вообще нехорошо. Еще умрет сейчас. Умрите, шавки! 5, 4, 3, 2, 1. Разрушение! Прочь! Даже не знаю, стоит ли мне подходить к этим инферналам. Они ж мне таких сейчас... Ага, не-не-не, мне... Ой, как жжет. Не-не-не-не-не-не-не. Я к нему вообще не хочу подходить. Сто пудов их должны РДДшники фокусить сразу. Там по миллиону всего-то ХП. Ваша плоть сгорит. Ой-ой-ой.
А я думал, меня сейчас так и убьют нахрен. Я думал, сейчас как свалюсь, короче, туда вниз. Вот это да, не мог он, значит. Ощути поток сил. Ты разрушитель, истребитель плоти. Берегитесь. Неужто големы прекратятся? Блин, жесть, он, наверное, что ли, самый тяжелый в этом данже. Я почти закончил. 5, 4, 3, 2, 1. Вау. Не-н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 е. Твою мать. Умрите, шавки. Понятно, как все поумирали. Жесть. Что там происходит? 35 миллионов. А, абзац. На наших сколько здесь ДД? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять ДДшников на 30 миллионов хп. Ну, я даже и не знаю. 5, 4, 3, 2, 1. Разрушение. Оу. Так, 25 лямов осталось. Ну, я думаю, мне простительно то, что я сдох. Так по-идиотски, хотя бы по той причине, что здесь впервые. Но мог бы и ознакомиться. Я разрушитель. Взгляд, да? Ага. 5, старайтесь избегать 4, отталкивания 3, заклинанием. 2, 1. Разрушение. Так, осталось 15 миллионов у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еб! Абзац. У нас один танк. Два хила. Четыре, нет, пять ДД и 10 миллионов у босса. Кричите, Хенли умер, танк умер. Умрите, кричите, абзац, 8 миллионов. 5, 4, 3, 2, 1. Разрушение. Я разрушитель. Кто-то не выдержал, кто-то ливает. А ну, собственно, Хенли он практически до конца стоял.
Так, надо бы починиться. Время – деньги, друг. Так, ну что, все с нуля, друзья мои, начинаем. Так, скорость повышена на соточку. Ну, надо постараться хотя бы сейчас его все-таки дожать. Фух, ну что? У нас не хватает кого? Хила или ДД? У нас есть 1, 2, 3, 4, 5. У нас есть 5 хилов. Но нет ДД. О. Они здесь! Быстрее! Гултан! Рассказываю, как, короче, надо рейдить, при этом сам как вагон вылетел. Так, вот эти все срани надо сливать. Все, големов идиотских. Надо их всех на фарш. Свободен голем. И чё, а добить голема не судьба? Идем дальше. Кто там следующий? О, владыка этот. Так, даю. Хотел сказать, даю Wi-Fi. То я артист. Бэшечка. Так, тут хилам надо, походу, напрягаться не в конце, а даже с самого начала. Потому что босс... На удивление, очень такой тяжелый. Хотя с этим уже хрен с ним. Проходим дальше. Нам надо, чтобы РДД как-то.
Хотя, если там сейчас, короче, кто-то умрет из ДДшников, это будет абзац. Ну блин, ну как умирает Хант? Я не знаю, жесть. То ли хилы не смотрят по сторонам, то ли Хант придурочный стоит впритык. Хрен его знает. Даже подумать страшно, как он умирает. Мне, я вот это, короче, как Рога должен бегать и костылять голема. Огонь! Пошла движуха. Давай, давай, все что есть. Что ты наделал? Я так слаб. Давай, лутим. Ваш конец настал. Я думаю, лучше отбежать. Адская буря. Так, пошли големы. Понятно, перепрыгиваем все на големов. Давай, давай, давай. Больше силы легиона. Адское пламя пошло, и я как... самый жесткий герой, которого в мили, блин, типа не жарит, да, я тут, получается, зажигаю по-своему. Давай. Приходится уже самому себя хилять. Ай, я не могу. Сам я не могу это делать, если никто не помогает. Вот еще один. Силы легиона. Берегитесь. Отлично. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Мои силы вернулись. Я неудержим. Five. 4, 3, 2, 1. Разрушение! Прочь! РЛ, когда БЛ? Умрите, шавки! Я разрушитель! Ой-ой-ой-ой-ой, сразу два голема в мели. Ваша плоть сгорит. Давай, надо добить. Есть. Five, four, three, two, следующее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я сюда. Да беги! Совух, ну кретин! Ну жесть, как его аж туда откинуло! У меня даже слов нет. На колени.
Я, короче, как один самый такой больной в мели бегаю, короче, бью. Бью эти шары. Жестяк. Спонтом оно мне надо. Ладно. Ощути поток сил. Ты разрушитель, истребитель плоти. Берегитесь. Так, что, короче... Умрите, шахты! Легион испепелит ваш мир, как Задержи. И все миры до этого! Хрямости закончить! 5, 4, 3, 2, 1... Оу! Отойти, отойти, отойти! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Ну ёпта, будет вообще сегодня Бэйл, у нас сон уже умерло. Трепещи перед мощью легиона. Я уж думал, сегодня Бэйла не будет. Ой-ой-ой, это плохо. Ой, плохо. Ой, плохо. Ой, как нехорошо это. Так. О, а я в эту черную штуку. Давайте, осталось чуть-чуть. 10 лямов. Давайте, 8. 7, 6. Давай, 5, там чуть-чуть совсем. 4 ляма. Твою мать. 3 ляма. Давай, давай, давай. Под эвейжином все, ебтите его за ногу. 1 000 000. А-а-а, скорей! Хо-хо-хо, есть! Вас. Вам не скрыться от него. Оу. И мне, конечно же, еще ничего не дадут за такой супер геймплей, да? Конечно, конечно не дадут, он голову отдали Сейгли какому-то. Замечательно, фу, жесть. Друзья мои, я давно, короче, так не рейдил, особенно еще с таким, ну скажем, обычным рейдом, да, это ах, вообще жесть. Ух, я весь на эмоциях, аж та, все, иди, отвалите нахрен. Я не удивлюсь, если этот босс самый тяжелый в этих гребаных огненные недра, буду их так называть. Цитадель адского пламени, во, цитадель адского пламени. Целка, нет, целка не подходит. Цитадель адского пламени, ЦАП, будем ЦАП называть. Ее так, походу, и называют все. Фу, ну это просто полная жесть, ох. Так, что это? Трасса разрушителя, да, была? Капец, просто капец. Пошли в задницу, паучки. О, нельзя так, а? Я уж и забыл, как, блин, так рейдить, когда ты... Прям вот-вот. Жесть, просто жесть. Сейчас пройду, короче, этот... квест, и я думаю, все сегодня, друзья, потому что абзац просто. Надо отдохнуть. Отдых, отдых, отдых. Так, где еще мне этих пауков ебаных найти? Так, прыжок.
четверка, на. Умрете сами. О, замечательно, аж три жала. Так, ну поехали куда. А, это не то. Не то пальто. Возвращаемся в лагерь. Жестяк. Можно было бы, конечно, тут все бомбардировкой накрыть. И помахать всем ручкой. Вот так и сделаем. Все, я надеюсь, все успокоились. Свободен. Так. Где там этот лагерь? Не сдавайтесь, стражница душ. Благодарю тебя, Амиль. Слишком много невинных жертв простились сегодня с жизнью. Тулани, отправляйся в Телмор. Шатар. Жрицу душ Айдра. Так, спасибо, Амиль. Шатар снова у нас. Осталось добыть последний осколок. Мы будем упорны. Так, 560, но у меня здесь гораздо, гораздо больше и круче, да? Так, ну эти зеленые плечи тоже на дис. Меч этот тоже. Так, еще один квест кому-то. Выбирай быстрее. Так, похоже, мы получили преимущество. Совершенно верно. Получили еще как. Да сгинет тьма. Запланированная встреча, Миль. Ты достойно проявил себя в бою. Как ты знаешь, войска Совета Теней могут поджидать нас в любую минуту в уголке Укедона, даже возле Телмора. Найди стражницу душ Тулани в Телморе и охраняй кристалл по пути в Укедон. Я знаю, что тебе это можно доверить. Хорошо, но я думаю, это мы уже совершим в следующей серии, друзья. На сегодня все. Сегодня был замечательный вообще такой поход, да, в рейдовое подземелье. И... остановимся мы с вами вот здесь, возле кострижка. Всем спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте поддержать видео лайком и обязательно подписывайтесь на канал, кто здесь впервые. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.